если мы рассмотрим n-мерный куб, у которого длина, ну как бы количество точек вдоль ребра равно некоторому числу x, тогда вот эта формула с числами Стирлинга, она имеет такое абсолютно, что называется, геометрическое объяснение. Вот сколько всего точек в n-мерном кубе? X в степени n штук. Да, 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 да. Но все бывают точки разных типов. Да. Бывают точки, у которых, например, все координаты разные. Да, да. Это соответствует тому, что x умножить на x минус 1 и так далее. Ну, понятно. Да, первая да, координата x вариантов, вторая x минус 1 и так далее. Бывают те, когда среди координат две разные. Наверное, вот так можно все. Тех, понятно, да? Бывают те, когда три координаты разные и так далее. Бывают, когда все координаты одинаковые. То есть, вот, как бы она имеет такой геометрический смысл. Ну, в общем, да. Ну, вот вместо того, чтобы говорить о отображениях, то есть о размещениях, можно действительно говорить о точках в n-мерном кубе. Да, согласен. Это, в общем, примерно то же самое.